Платить тяжелый процент по кредиту – это как пытаться поднять вес, который вам не под силу. Банк ВТБ Казахстан предлагает выгодные условия по рефинансированию ваших кредитов, взятых в других банках. И тогда даже самый тяжелый кредит станет гораздо легче. Тяжелый процент по кредиту – рефинансирование от ВТБ. Далее в нашем эфире «Город сегодня». Здравствуйте. Развитие малого и среднего бизнеса – основа экономики любой страны. В Актюбе свои идеи воплощают в жизнь новые предприниматели и те, кто уже нашел свое направление. При этом очень важную роль играет кредитная поддержка бизнеса. Без развитого малого и среднего предпринимательства сложно говорить о стабильности макроэкономической ситуации в государстве. Интерес к созданию собственного бизнеса у жителей нашей области есть. Ежедневно актюбинские предприниматели приходят в банк ВТБ Казахстан со своими проектами. Количество людей, решивших вести собственный бизнес, напрямую зависит от тех условий, которые создает государство для развития мелкого и среднего предпринимательства. Не секрет, что практически каждому, кто решил заняться предпринимательской деятельностью, приходится сталкиваться с финансовыми проблемами. Банки, как правило, дают кредиты под залог имущества. А что может заложить начинающий предприниматель? О малом бизнесе и не только поговорим с представителем банка ВТБ Казахстан Ернаром Кушетовым. Ернар, рады видеть вас в студии. Расскажите, какие программы кредитования для бизнеса наиболее популярны в вашем банке, какие имеются особенности? Добрый день. Банк ВТБ Казахстан работает с государственными программами, направленными на поддержку малого и среднего бизнеса, такими как «Дому регионы», «Дорожная карта бизнеса 2020». Также мы работаем со средствами АО ЕНПФ. Вот. Кроме этого, кроме государственных программ, банк имеет свои программы для поддержки, то есть малого и среднего бизнеса, которые помогают им работать, функционировать, то есть в той или иной мере. Также хочу выделить особый продукт, называется «Бизнес-экспресс». Он, получается, у нас выдается без залога для предпринимателей нашего города. Минимальная сумма данной программы 300 тысяч тенге, максимально до 3 миллионов тенге. Сроки от 6 месяцев до 36, и сроки рассмотрения данного продукта, получается, 5 дней. Это что касается малого и среднего бизнеса? Да. А какие преимущества есть для больших компаний? Для крупных компаний у нас составляются индивидуальные условия кредитования. То есть каждому клиенту у нас индивидуальный подход, как к малому и среднему, так и к крупным клиентам. Полный спектр услуг. Вот, в зависимости от бизнеса, вида деятельности бизнеса клиента. Вот на сегодняшний день банковские гарантии – один из наиболее востребованных продуктов на рынке финансовых услуг. Да? Чем это вызвано, как вы считаете? Банковские гарантии сейчас пользуются популярностью, потому что многие предприниматели участвуют в тендерных гарантиях. Вот, и для того, чтобы избежать лишних издержек в бизнесе, мы предлагаем банковские гарантии. То есть клиенту не нужно оплачивать полную сумму при участии конкурса, можно то есть, взять бланковую тендерную гарантию в банке и участвовать в различных конкурсах по тендерам. Это позволяет то есть, предпринимателям избежать издержек лишних, то есть изъятия денежных средств из бизнеса, то есть не оплачивая полную сумму тендера, то есть предоставить только нашу гарантию. Для клиентов немаловажным является вопрос цены, да? Как ваш банк выстраивает свою ценовую стратегию по расчетно-кассовому обслуживанию? Расчетно-кассовое обслуживание для наших клиентов выстраивается индивидуально, предлагаются индивидуальные тарифные планы. Вот. Для каждого клиента мы смотрим, то есть, какими услугами конкретно он пользуется, и в той или иной мере мы предлагаем большие скидки в части расчетно-кассового обслуживания. Также мы предлагаем взаимовыгодное сотрудничество, при котором клиенту удобно работать с нашим банком. Ернар, какими советами по сотрудничеству с банками можете поделиться? Вообще выгодно работать с двумя банками. Первый – основной банк, второй – запасной. Когда первый банк вас подводит, вы можете обратиться ко второму своему банку и получить ту или иную услугу. Также, работая с двумя банками параллельно, вы всегда держите оба банка в тонусе. И они всегда предлагают вам выгодные скидки и условия. Ну, я так понял, что лучше всего выбрать ВТБ Казахстан. В этом убедился сам. Спасибо вам за беседу. Спасибо. Будем рады вновь новой встрече и узнаем больше информации от ВТБ Банк Казахстана.
Для того, чтобы бизнес был устойчивым и не останавливался в развитии, нужны понятные, прозрачные, надежные партнерские отношения с банком. Если вам удалось их наладить, можно строить смелые планы. В банке ВТБ Казахстан со всем вниманием относятся к проектам наших предпринимателей и предложат удобный и приемлемый вид финансовой поддержки. Мы желаем успеха вашему бизнесу и доверяйте лучшему банку ВТБ Казахстан. Мы всегда открыты для вас. Кредит бойынша ауыр пайызды төлеу, бұл сіздің әліңіз келмейтін салмақты көтеруге тырысқан мен тең. Банк ВТБ Қазақстан сіздің басқа банктерден алған кредиттеріңізді қайта қаржыландыру бойынша тиімді шарттар ұсынады. Сол кезде тіпті ең ауыр кредиттің өзі де анағұрлым жеңіл болады. Кредит бойынша ауыр пайыз ба? ВТБ ұсынған қайта қаржыландыру.